Все живут тут, как в деревне, околачивают груши, ходят в гости, жарят мясо во дворе. Популярны здесь Мадонна, баскетбол и слово «Буши». Не нашел это слово в словаре. Улыбаются все люди день и ночь, зимой и летом. Я так понял, что с деньгами хорошо. Здесь не верят в черных кожах, но очень скверная примета, если скунс тебе дорогу перешел. Все тут братья, черный, белый, все как родственные души. Мне сказали, только в Гарлем не ходи. Я спросил, а дружба наций? Мне сказали, это буши, дружба дружбой, но дистанцию блюдей. Все тут тихо, мирно, здорово, пьют и немного. Правда, в бизнесе недюжинная прыть. Пишут на деньгах, мы верим в Бога, прям на доллары, ну, чтобы не забыть. Нет брутальности родимой соли крупного помола. Где разруха, где скандал, где Чубайс? Здесь скандал, и тот без мата, мясо без холестерола. Здесь бомжи и те в костюмах парадайс. Здесь богатым быть не страшно, не сошлют в тайгу болото, даже с парой миллиардов за душой. Если здесь бежит мужчина, то не потому, что его ловит кто-то, а потому, что для здоровья хорошо. Can I help you, sir? Of course. Сейчас тарамолирую вопрос. Вылезь, дядя, винный лавка. Выпить хочется, абикос. А я бы тоже утром бегал, если б с вечера не пили. А как не выпить, скулят воронами людьми. Ты ж пойми, тут жил Стравинский. За это пили виски, жил Шалягин, пили водку, ты ж пойми. Вспоминал я там Россию, старый домик за оградой, меж берез дожди косые, тишина. Так похоже на Канаду, жаль, что все же не Канада, но однако родная сторона. И пора уже бы нашему народу, а вместо Ленина, что в каждом городе, поставить маленькую статую свободы с Джонни Уокером в протянутой руке. Мы ж похожи с ними очень, даже гордость.